Здравствуйте, с вами Юнис и прогноз погоды на телеканале ПС. Про нее немало песен спета и немало сложено стихов. Будоражит разумы поэтов, композиторов, чтецов. Но бывает в душу незаметно и к тебе тихонечко скользнет. И комочком теплым в сердце ляжет и спокойненько уснет. И с того момента неспокойно будет кровь, ведь пригрел ты в своем сердце маленькую нежную любовь. Ох уж эта весна! Ну что ж, узнаем, что она нам подготовила на 17 апреля, четверг, в Архангельской области. Котлас, небо затянуто тучами и плюс 3 на протяжении дня. Возможен дождь. В Плесецке плюс 6, облачно и без осадков. Вельск плюс 7, утром возможен снег. Ну и как говорил один малоизвестный персонаж, ну джип-то у меня в Москве, а мы вроде как в другом культурном городе. И поэтому о погоде в Архангельске. Утром 17 апреля плюс 3 на термометрах. Небо ясное и южный слабый ветер. Днем небо хмурится, но никак не влияет на температуру воздуха плюс 8. И снова ясный Архангельск. Ангельские ночи дарят нам прекрасный вид на безоблачное небо и отметочка на термометре плюс 2. И этой весной пусть все будет так, как ты захочешь. Пусть все будет так, как ты захочешь, пусть твои глаза, как прежде, горят. Я с тобой опять сегодня этой ночью, ну а впрочем, увидимся на телеканале ПС.